Здравствуй, Лазаревская, вечер. Так, что тут? Тут уже вечерний променад. Ехали мы начался. Очень долго от Сочи. Вообще, по от Сочи дела, 2 часа ехать. Очень далеко Лазаревская. Как, почему они говорят, что Сочи и Лазаревская это одно и то же? Пляж у нас был в прямом эфире, там? Можете пройти посмотреть. Да? А что, тут никого нету? А, есть, смотри. Есть. И мы тут в шляпках пойдем, затопаем прямо в воду. Так что, если интересно, проходите. Был прямой эфирчик, когда? 7-го? Там был пляж днем Лазаревский. Да, там сколько людей видно. И что да как обстоит. Как выглядит вечером. Прям люди тут на пляже. Кальянчики покуривают. Гуляют. Сейчас пощупаем водичку. Подождем. Солнышко уже закатилось. Поближе подойдем. Включаю подсветочку. Ого, кто-то там летает, какие-то комары. Воу-воу-воу. Я прям зайду. Воу, а что она такая холодная? Какая-то она холодная. Да. Да. В Адлере было мы теплее намного. В Адлере было очень тепло, а здесь прям ого. Слушай, ледяная прям какая-то. Очень странно. Ой, что-то меня за это затянуло. Так, пойдем, короче, посмотрим на набережную. Думал, зайду в воду, а тут вообще кипяток. А я в воду войду, да. Ого, там кто-то на подоконнике сидит, да? Или мне кажется? Да. Да, прям это такой... Это номера люкс. Это номера люкс. С видом на море. Он по полной заценил вид на море, да? Пойдем туда, вот поближе пройдемся, сейчас посмотрим, что там за развлекухи. Тут даже воду, смотри, не сливают с этой штуки, просто накрыли сверху и все, завтра такие шлеп-шлеп. Да. Смотри, как они сделали, прикольно. Да, но это вот от какой-то кафешки, видимо, там в Санторини. Классно, сидишь такой, на море посматриваешь. Идем. О, смотри, какая фигня, я думаю, что за крутится. А, ну потом, короче, в 3D фотографию, короче, тебе можешь сделать, видишь? Ага. Типа 3D видос. Вот так вот можешь себя заснять. Прикольно. Да? Да. Да, это кукурузная булочка. Ого. Да, да. Чем? Что? Наполнено мороженым или кремом. Смотрите, это кукурузная булочка, которая наполняется. Мороженым. Ого. Дела, штука новенькая. Ого. Так, что тут есть? О, сигают здесь. Еще? Где? А вот слева. А-а-а. На батутах. Ну, развлечение как везде. Колесо обозрения красиво светится, но не катается. Не крутится, не? Не, еще в связи с карантином закрыты аттракционы, поэтому не. Пока нет. Короче, там ничего не работает. Летут боссы. Все мелкое только. Ну, вот такие, смотри, развлечения работают все. Да, бильярд. Все, что мелкое, короче. Хоккей, настольный. Так, это мы еще не дошли, видимо, да, до самого-самого? Да, до самого этого края. Угу. Вон, до сих пор там обгладывают пятки. А время-то уже позднее. Что это они там? А, это рисуют баллончиками. Ага, ну, все как обычно. Вот у них тут тоже культурные мусорки, смотри, совсем раздельные. Пластик, металл. Это что там? Кафе на втором этаже. Кафе с видом на море? Да. Прибой ресторан. Вон прибой? Где? О, смотри. Оп. Здравствуйте. Все можно посмотреть. А вот такой... Берешь, короче, и ешь. Вот здесь огромная-огромная зона. Со столиками и куча-куча кафешек, как в фудкорте в этом большом торговом центре, типа фудкорта сделано. И здесь вот что. Фудкортик. Все тут есть.
Ого, да тут огромная столовая. Да, просто гигантская. Ну, тут это фудкорт, видишь? Фудкорт. Да. Ого. Вон там грин жарят справа. А? Справа там красиво жарят. А, вот это? Да. Да, там крутит, дымит. Пицца из нескольких пицц, типа, ну, с четырьмя разными наполнителями. Ресторанчик какой-то почему-то, вот смотри, в ресторане почему-то нету ничего, странно. Все на улице хотят есть. А, так нельзя. Вот, так тут прям с видом на море. Везде можно, а тут нельзя? А, ну не знаю тогда. Вот цены тоже на овощи, именно все, что жареное, кебабы, гриль. Кебабы, гриль. Оп. Красиво тут у них все оформлено, смотрю. Так, это, видимо, центр. Миньоны, да. Накидай миньоны в кабину бананов. Это знаменует, что это самый центр. Да, самое злачное место. Бананчики, говорит, кидай. Артистичные люди машут руками. Так, это вот еще один въезд. Аттракционы, которые не работают. Кукуруза, 50 рублей. Кукуруза по 50. Все тут есть. И Сочи тут тоже. И Джек Воробей. Я бы так не сказала, конечно, что это Сочи. Уж очень далеко. Бронзовый Джек Воробей. Сейчас вот, кстати, плюс 28 показывает вот там градусник нам. А? Ну-ка, покажи еще раз. 9 вечера. А, это трубочка и кукуруза. Можно сфотографироваться с трубочкой и с кукурузой. Ты видела это? Да. С трубочкой. Здесь можно сфотографироваться с большой кукурузиной. И трубочкой. Да. Чё ты трубочку-то побортила? Тоже прикольно, да. Спа-доктор называется, смотри, это же. Обгладывание пяток. Да. Ну, тут, знаешь, больше вот на Геленджик похоже, да, уже? Очень похоже на Геленджик. Если кому Геленджик нравится, то это сюда. Вообще отличный вариант. Ого, у него там парит, смотри. Да. Мощь. И справа. Со всех сторон. Ой, а музыка тут одна другую перекрикивает. Живая музыка. Это, я думаю, самые элитные здесь жилье лазаревское. Я же говорил, смотри, трехзвездочный отель «Шторм». А? О, лаунж-кафе «Мята». Что там написано? А, караоке. Дорогие друзья, гости, не проходим мимо караоке-бар «Мята». Работает специально для вас. Здесь отличный караоке. Специально для нас. О, тут уже потише стало, смотри-ка. О, смотри, и он здесь. Конечно. О, там дети, смотри, на него вешаются. Один подошел, его давай дергать. О, что-то тут что-то узкое место, ни одной кафешки и много людей. Идем дальше. Я смотрю, тут это очень популярная штука, да? Тут их как-то прям очень много. Каждые, блин, 50 метров, да? О, тут тоже, смотри, раздевалка, душ, все точно так же, как везде, да? Сделали одинаково. Одинаковые везде, идентичные. О, какое спокойное, тихое кафешко. Мангал. Вон там цены есть. Угу. Цена на мангал. А вот смотри, нарезанный арбуз прям. О, пальмы, сразу. Смотри, попались даже нам. Пальмы. Да. Арбузы в стаканчике. Тут что-то какое-то, смотри, типа бар-ресторан. Мопс-бар. Ну, это такой
Это типа такая, знаешь, молодежная кафешка, да, типа того, знаешь. Классненько, креативненько тут. Да, прикольно, прикольно. Вот тут еще один вход из города. Какой-то конь. Что там за конь? Конь не валялся. Конь? Что за конь? Что именно им повесило? О, смотри, вот здесь тоже красивенько сделано. Уютненький такой интерьерчик, да? А? Романтик. А, романтика. Ну вот она, романтика. А, романтика, я не дочитала. Как неромантично она запищала. Здесь люди собираются как на эмеретинке у фонтана собираются, а здесь вот послушать живую музыку. Да. Вот это романтик, смотри, они тут в темноте засели. А? Ого, тут опять фудкорт пошел. Тут вообще... Слушай, вот тут много. Я удивлен. Тут, короче, вся набережная Лазаревская — это сплошной фудкорт какой-то. Да. Нигде я такого не видел. Вот нигде. Давай. Оп. Прикольно так дымит у них вообще это все. Классно выглядит. Прям вот сплошной фудкорт вообще. Прям как будто бы это фудкорт в торговом центре под открытым небом просто. Опять живая музыка. Тут чуть дальше уже столики вот закончились, но смотри, все равно еда еще через один с сувенирами, да? Набережная тут длинная. Длинная набережная. Столовка уже закрыта. А вот меню вот. А меню вот на улице. Оп. Цены очень даже. Демократичные? Да. Что там, цветная вата? Да. О, опять фудкорт начался. Смотри, тут двухэтажный фудкорт. Ага. Короче, набережная Лазаревская — это сплошной фудкорт. Гастрономический пир, если хотите, да. Вам Лазаревскую. Да, тут, наверное, каждый день можешь, все лето каждый день можешь есть в разных кафехах, да? О, конь. А, вот такой? Это же осел. Осел, да? Или конь? Вот это осел. Посмотри, у него хвост какой. Да. Так, все? Снова кафехи пошли, вон прям. Так, это опять выход в город, но это такой, смотри, какой-то там базар. Да? Да, там что-то, там шмотки. Там ларьки со шмотками. А мы двигаемся дальше. Что тут? Опять фудкортик небольшой. А, ну тут такое. Пицца, кофе. Полайтове. Столовая, вот смотри, Арман. Еще открыто. Видела? Да, это вот мини-отель, и к нему столовая. Ужин от шефа. Шашлык, фри и салат. 350 рублей. Шашлык, фри, салат. Серьезный такой ужин. Снова столики. Куры-гриль. 350. Кура-гриль. Сладости. Все дела. Куда идешь? Оп, пятюню. А. Так, вот там что-то вижу светится вдалеке, смотри. А? Там дискач вообще. Дискач там по полной. Тут, кстати, я обратил внимание, есть места, где вообще просто вот так закрыто. Какая-то часть сверху тут вот достраивается, что-то новое. Это, видимо, они вот продолжают, да, набережную? Смотри, здесь тоже. Еще удлиняют. Все так же оборудовано, как и везде. Длинный пляж, длинная вот, набережная, прелесть. Какая-то модная кафе-бар. Красиво. Модно. Прям бар вдоль улицы.
Живая музыка снова. Вот мы тут дошли до этой кафешки, но она, видимо, недавно еще была последней. Я тут даже споткнулся об какую-то трубу. Тут прям все резко изменилось. Свет пропал. Благоустройство пляжа чуть-чуть уменьшилось. Так, тут надо еще под ноги смотреть. А тут что-то темно. Да, тут надо под ноги смотреть, говорю. Так, тут что-то, какой-то переход. Не знаю, что это. Какая-то стройка. Версаль. Столовое кафе закрыто. Видимо, и закрыто, вижу, очень давно. Вижу, вот там дальше что-то есть. Подойдем поближе. Тут уже, короче, клубная зона. Тут уже не семейный, вижу, отдых. Тут прям такие танцевальное музло. Официант тут вот. Это уже не семейный отдых. О, а вот это классно сделали. На диванчике. С одной стороны море, с другой стороны покушать, потанцевать. Ну и еда, еда, еда. Тут просто прям реально гастрономический какой-то рай, да? Да. Вижу, вон там, смотри, с яхты только сходят люди. Бар-пират. Да, до заката, видимо, катались. Бар-пират. А, ну это прям бар, да? Не, кафе-бар-дискотека тоже. Да, прям клубеж. Так. Дальше идем, людей все меньше и меньше. Дальше все продолжается. Да, набережная. И, ну, оборудование пляжа, я говорю, чуть-чуть изменилось. Тут уже только зонтики остались. Нету душа и раздевалок, но все-таки еще все ухожено. А, ну вот здесь, смотри, что. Это в кругах там столики стоят. И вот эти надувные кресла-груши, кальяны. Классно. Чиллаут. Зона, короче. Чуть-чуть вперед. Ну, тут еще все строится, потому что и редкие люди шагают, видимо, вот из отелей этих. И вот этих. Заканчивается. Ну как, вот там вижу, да, вроде бы конец аллеи. Ну да, я угадал, это конец аллеи. Вот примерно таким шагом. Ну, обычным шагом мы дошли за 30 минут, вот всю аллею прошли. Все, прям конец при конец. Здесь помимо домиков есть вот огромный дом, где продаются квартиры, если хотите жить. Тут видишь тоже оборудование до самого конца. И раздевалки, и навесы, и зонтики, все-все-все. Вон колесо видно вдалеке. Вот так вот всю набережную прошли. Спасибо за просмотр. Пока-пока.